Я набрал 2000 престижа, как и надо было, и у меня очень много всего появилось. На самом деле, кучу всего я выучил, почему FPS стал проседать. Вот началось буквально. Давно сейчас что-то попробую подкорректировать. Закроем. Надо перезагрузить, может, клиент. Ну, во-первых, из того, что появилось, да, после того, как я выучил вот этот скилл, умение Ковы Холода, у меня открылась, если не ошибаюсь, вот эта ветка Атлас Развития. Это вообще другая ветка, посмотрите, она огромная просто, да. Это вот сюда идет. Еще вот так это столько можно, ну, как бы улучшать персонажа настолько сильно. То есть здесь жопа часы, ну, либо донаты это в дальнейшем. Плюс также можно скиллы выучить. Да, вот, например, стать к другим классам. Также стоимость один кристальчик. Что это дает? Разные классы, да, всякие некроманты, еще что-то. Плюс, ну, это, видите, и на каждом еще вот столько. В общем... Я бы сказал, что 625 кристаллов нужно, но это вообще 100 кристаллов, да, и дает сколько статов. Ну, в общем, персонажа здесь развивать можно нереально, и это только, это такая общая, да. Есть еще отдельная, например, есть еще, соответственно, отдельная твоя, еще, которую тоже можно развивать, где она там, вот она, да, вот она. Еще отдельная твоя, то есть там поменьше, но тоже прилично. То есть, например, здесь это 50, да? Ну, как бы она не такая большая, сама ветка. Тоже очень много, я только треть сделал. Да? А это что касается ветки, да? То есть статы теперь я буду вот здесь развивать, и я буду идти к вот этому. Божественной способности, стараться стремиться к этому. И вот следующее мне требуется... 115 красненьких. Окей. Дальше у нас улучшились адепты. Теперь их можно обучать. Нужен адепт такого же класса, как и ты. Да, то есть, например, вот у меня, если бы был зеленый, да, я бы мог... Мне нужен проповедник. Да? Я смогу его повысить ранг. Но тот адепт исчезает. Можно в миссионера отправить, он полностью исчезнет, но зато тебе дадутся последователи, а также дары. Дары нужны, чтобы вот обучение делать. Задание, в принципе, ничего особо не изменилось. У меня вот они выполняются. И открылись провинции. Вот здесь уже интересно. Здесь можно за счет реликвий... Так, у меня там... Не, нормально все. Так. За счет реликвий улучшать способности. Видите, можно усиление контроля. Ну, то есть, но часовню можно построить только одну. А хотя нет, выбранная часовня. Их много часовен, как я понимаю, да? Или, может быть, одна только часовня в одной провинции. А, как я понимаю, выбранная часовня дает только одну часовню в провинции. Ну да. То есть всего можно сделать, соответственно, 3, 6, 8 часовен. Например, тебе нужен шанс критического урона, да, чтобы восстановление за разряда, и, соответственно, ты ее апаешь. Используются вот эти кольца, которые ты получаешь за множественное прохождение, то есть локации, то есть 4 из 4, и тебе дают всякие такую шкурку, ты ее соединяешь и кольца. Вот я, например, потратил кольца вот сюда, в храм. Вот они у меня оба синего цвета, а были зеленые. И это мне что-то дало, по идее. В общем,
какая-то непонятная на самом деле. Я так понимаю, это бонус идет к твоему, ну, основному персонажу. Больше крита. Также я получил вот эту суперспособность новую, она просто имбовая. То есть, если есть способности читерные, то знакомьтесь, это вот это под буковкой R. Она просто уничтожает. Кулдаун у него 8 секунд. Ой, блин, 8 секунд, 8 минут. Да, ее юзать стоит, когда много монстров на тебя напали, но... Ну, как бы она стоит того. И вот здесь нельзя по горам забираться, да? Мы уже поняли. Можно даже застрять. Как сейчас я сделал. Но вот такой штукой можно выпрыгнуть. Так, мне нужно убить... Мелких. Мелкий, иди сюда. Конечно, я здесь не буду заморачиваться над этими вещами, это все-таки ЗБТ, если я и буду пытаться сделать максимальные характеристики, это очень долго, это типа, это почти как Ева, только столько можно качать, я понимаю, все упирается во время. Если ты хочешь сильнее, развитие, ну, ограничено, но очень-очень слабо. Таким, если сжимать обычный скилл, да, он так дамажит прикольно. Очень прилично. Так, ну я наконец-то понял, что дает вот эти криогенные штуки. Они прибавляют бонус монстров вот из этих капсул, да, то есть, видите, плюс две штуки дало, и потратилась одна фиолетовая вещь. То есть, когда потратится 50 фиолетовых вещей, то бонус перестает даваться. Ну, в принципе, довольно... много пройдет. Я уж пройду быстренько этот уровень, локацию. Не так долго осталось. Ты ешка такой. Не очень изобильно, конечно. Так. Ну, да, вот. Учитывая, какое здесь большое развитие, оно просто громадное. Уже видно. И я, как понимаю, ограничений нету. То есть... ты будешь... Чтобы становиться сильнее, нужно просто много играть. Вот. Игра делается на этот упор. Ну, по-настоящему этим можно затянуть, то есть обычно как, типа, ты достигаешь максимального левела, ты там выучил все скиллы, заточился, да, интерес пропадает. Здесь левела нету, здесь есть только способности и... Тут маг, он противный, который тебе нужно изучать.
Вот, а их изучать придется тебе очень долго. Подлагивает. Ну, не у меня, а думаю, у сервера все-таки. Нет, все нормально, просто скиллы почему-то перестают кастоваться. Очередное задание выполнено. И мы идем уже к конец. Прикольно прыгать. О, ноги тебя. Интересно, кто был их примером для такого прыжка? Тройники, да, которые тройные прыгают. В принципе, даже если FPS проседает, терпимо. Я бы не сказал, что лагает. Вот это я через забор перепрыгнул. Вот это задрот, похоже. Механика вкачал. Я не знаю, наверное, все ЗБТ играет. Потому что, чтобы механику качать, нужно, ну, очень много сидеть. Спасибо, Гайсет, спасибо. Ого. С помощью вас я сделал этот квест. Ну и где он? Бить мародеров. Бить главаря мародеров. Мне зайдут за это какой-то предмет. Предмет, но он что-то не резкается. О! Отрезался.
Этот механик что-то там смотрит, смотрит. Смотрит и сейчас пропустит мародера. О, сколько дали всего. Ледяная права. Синенькая. Посмотрим. 109. То же самое, да, что у меня? 109, да. 9 на 9. Олени! Уже когда приноровился, нормально идет. Очень даже нормально идет. Ну, здесь очень сильно от пинга все зависит, конечно, будет. Вот, допустим, скиллы, да, то, что вот они вот делают вот эту прокруточку. Это сразу видно, что очень важен пинг. Архейш. Из-за этого очень много было всяких моментов, типа использовали проги, там, которые увеличивают пинг. Не увеличивают пинг, да, там вообще просто вот они пакеты отсылали. Надеюсь, здесь смогут это как-то с этим бороться. Потому что иначе, ну, блин, тех, у кого будут эти проги, там не то, что будет преимущество, там просто другим вообще невозможно подыграть. Пулеметчик этот вообще жесть. Ну, мне нравится просто сниматься, может он не настолько сильный, конечно, но... Я знаю, что он задрот, это точно. Просто этих сферок много идет. Ну как много? Прилично. Окей, очередной квестик сделал. Третий удар. Ловушка. Спасение редкого вида. Да он сам тут упрыгает, если захочет.
простая. Нужна. Блин, всего один кристаллик дает. Вообще офигели. Зеленого 2. Этого 1. От синего 3. Мне интересно. О, а синего дали даже этот желтенький. Мне интересно, что будет с торговлей, ну, с экономикой, потому что. Вообще здесь можно что-нибудь продавать, там, фармить, крафтить? Или здесь вообще будет экономика построена на донате, кристаллах, ну, я не знаю, как еще это называть. Второй раз я уже не могу. Себе перепрыгнуть. Вот то, что квесты все не отображаются, тоже мне это не нравится. Надо как-то настроить, отображать только нужные. Наверное, окошко есть, надо покопаться будет. О-о-о. Так, быстренько вернемся. Кредиты потрачены. Ну, у меня 11к, может быть, не хватит на этого еще. На еще одного адептика. Нафиг он мне нужен? Их и так много. Ага. Здесь босс, а босса нету. Ну раз босса нету, качаюсь пока. Вот и босс 10. Не, все-таки оптимизировать игру надо получше, потому что ПФ сильно проседает. Ага, 88 кристаллов мне дали. Плюс 44 от бонуса, да? Так, взорвем сейчас еще одну статую.
такая Skyforge, некая игра, квестовая гринделка, да? Новейшая ММО, квестовая гринделка. Беги, беги, беги. Прекрасно, все статуи разрушены. Уверен, храмовникам Нариона уже не по себе. Отправьтесь в новый тренировочный зал, попробовать любой из новых классов. Угу. Тоже интересно. Так. Сейчас быстренько. Здесь еще интересный был квест, ну вот, чтобы развитие талантов продолжить. Мне надо было убить 20 монстров, и чтобы каждая следующая жертва падала не дольше, чем через 10 секунд от предыдущей. Там были монстры рядом, как бы не так сложно, но все равно довольно прикольно. Ой-ой-ой. Отлично, еще один квестик сделан. Проектные схемы. Уже куча проектных схем. Ого. Стой, не уйдешь. Босик, глава клана. Нет, не добивай его, гад. Почему он живой, у него 10 здоровья? А, все нормально. Не ладно.
Все, адептик закончил работу. Все, настройки. Блин, все, куча квестов прям. О, кольцо отваги. 50-50 отвага дух. Сила, что ли? Немножко силу уберем, духа добавим. Это не проблема. Нет, ребята, мы делаем вот эту штуку. Нам нужно 150 зеленых. Лоу. Чуть базовый урон. Чуть выносливость. Посмотрим, что у нас здесь хотят от нас. Задание. Нам новое задание даем. Забрать награду. Награду применить дары. Применить дары. И мы кое-что попробуем. Мы ничего не сможем. Нет, мы сможем пропустить. Проповедник, да? Адепты. Давайте так, обучение. Мы добавляем эту. И у нас девка становится... Дождемся до конца. Девка станет зеленой. А потом нужно, наверное, две зеленых, чтобы это стало синим. А, нет. Мужик стал зеленым. Завершить. Мужик зеленым стал. Ого, талантливый проповедник, а здесь талантливый заклинатель. Вершим. Чуть проапгрейдились. Теперь адепт обучен всему и поднялся на следующую ступень знаний. Его таланты принесу. Тебе новую славу, а со славой придет и сила. Да. Построить часовню. Чтобы построить часовню, мне нужно еще много поработать, потому что я просто просрал два кольца в никуда. Да, и квестик у меня не выполнен. Может быть, есть редкие товары. Нет, нет их. Нет, Том. Ну что, надо будет просто какую-нибудь фабрику пройти несколько раз. Ну, ну, блокации получить колечко и сделать одну часовню. Ну да, такие большие локации, как это, вообще нет смысла перепроходить. Это трата времени, по мне. Ого-го.
Или 800, неплохо так. Во, сколько магов. Зергом затащили. По одному не можете. Вот этот ульта, который там носит очень много здоровья. До сих пор я еще не... Этих пегасов нужно много, за них дают очень мало очков. Так, ну ладно, я уже доделал этот квест, сам видео я здесь прерву и уже вернусь, когда вернусь на этот, на куда там, ну короче, в город, да, к столице. Не забывайте подписываться на канал и потестируйте эту игру, пока есть возможность.